И в завершении выпуска в селе Кургальджино Кмолинской области прошел традиционный фестиваль «Фламинго». Ежегодно организаторы собирают неравнодушных представителей бизнеса и неправительственных организаций для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме сохранения биоразнообразия Казахстана. Территория Кмолинской области считается самой северной точкой гнездования розовых пернатых. Общая численность «Фламинго» может достигать 60 тысяч.